Ну что, проехала я первые тренировочные попытки. Ну как проехала, попыталась проехать, ни черта не получается. Действительно стрёмно, потому что разгоняешься в никуда, смотришь небо, надо ставиться. Вообще пока не поняла трассу, что куда делать. Есть ощущение, что очень рано ставлюсь, очень рано. И поэтому не получается протянуть дугу. Ну сейчас заправимся, чуть-чуть передохнем. И снова в бой, дикая жара, нечем дышать, клянусь. Я просто себя заставляла сесть в тачку, потому что очень-очень жарко. Очень жарко, очень хочется спать. Очень тяжелая трасса, но я все равно довольна. В общем, есть один проверенный способ, если ты думаешь, что ты хуже всех. Что нужно сделать, Джека? Смотреть сверху на трассу. Чем мы и занимаемся. Мы залезли на автобус. Залезли. Как мы будем отсюда слезать, я ума не приложу, но пока наслаждаемся видами. Гоночный день сегодняшний завершен. У меня адски болит голова. Адски. Каждый раз после того, как я на жаре покатаюсь, у меня такая боль, что хочется сдохнуть. Я выпила уже спазмолгон, не помогает. Наверное, нужно выпить вина. Забронировала местечко у барной стойки в одном классном баре. Кто угадает, в каком?